не та дамага. РПГ давай, ТБшный. Тихо. Тихо, не давайте, кто там гражданский. О, кто там переводчик, допросите, пока вот серьезно, вот давно не переводчик был, вроде бы. Я ему сейчас скажу, что понял отсюда. Он серьезно. Походу, он сам понял. Он серьезно, вот посмотрите. Бью с РШГ, отойдите. Сзади никто не стоит? Только если далеко. Да бить ты уже. Не. Это мимо. 50 метров стояло. Подойдите, сзади никто не стоит? Не, народ, давай. Гражданский. Ты так говоришь, клепт. Они, мне кажется, не издеваются вот тут. Сейчас на него ляжет просто. Можно сделать это? Легко. Да постреляйте рядом. О, он не долетает. Просто, ладно. И я нет, нормально типа попал. Все давно. Ну, нужен взрывчатка, раз никто не говорит, что взрывчатка была. Да погрузите его в машину где-нибудь, взорвем потом. Или прям с машины можешь взорвать, а? Подогнать машину в упор и взорвать машину, может сработать. Да ну не, пока в машину погрузить его, а потом на базу приехать, если что. Сейчас через базу давай проедем, запчатку возьмем, там подорвем. Взорвался. По-моему, я попал. Нет, граната. Не, ну я в него сейчас попал, я видите этого дырку? Сейчас пуск с РПГ сделают, идите. Минус два сразу. Хорошо. Это нормальный пуск. Это ТБ.